кто с 15 лет суворовского шил подворотнички, погоны, петлицы, тут знает этот шов. Отверстие в отверстие. То есть продели, вытащили и в то же отверстие на пару ниточек дальше. Получается вот такой шовчик. К чему это я? Армия всему научит. Это вот горка 5. 6 лет костюму. Протерлась на колени дырочка. Если честно, болгаркой. Тиранул, когда шлифовал доску. И вот хочу, чтобы нашел кусочек ткани запасной. Наложил и таким швом прохожу. Главное тут подобрать нитки в цвет. И мой любимый воск. Навощить нитку. Ткань рипстоп Жене не доверил. Она очень плотная. Плюс подкладка на колени. Поэтому сам сейчас аккуратно доделаю. К куртке была пришита. Был пришит лоскут. И починю свои штаны. Дачно-рабочие. А внизу бутылка с водой. Полторашка. Чтобы сохранить контур колена, чтобы у вас не морщило. Вот такой совет. Всем добра.